Если хочется вкусного, сытного, но при этом освежающего супчика, то обязательно приготовьте маставу. И обязательно подавайте ее с айраном. В казан влейте достаточное количество масла и обжарьте в нем лук. Буквально минут 10 и отправьте к нему мелко рубленное мясо. Жарьте, пока мясо не даст свой сок. Добавьте один средний помидор, смесь болгарских перцев и морковь. Все овощи режем кубиком. Добавляем 3 средних картошки. Перемешайте и добавьте столовую ложку томатной пасты. Отправьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. И сушеный базилик. Влейте 1,5-2 литра крутого кипятка. И варите под крышкой 30-40 минут на медленном огне. Теперь добавьте хорошо промытый рис 100 грамм. Варим еще минут 15 до готовности риса и посыпаем зеленью. Перед подачей по желанию снова посыпайте зеленью, добавляйте айран и готово. Приятного аппетита!